Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. Решено. Новые правила получения водителями медицинских справок вступят в силу с 1 марта следующего года. Соответствующий указ утвердило Министерство здравоохранения. По сути, речь идет об ужесточении процедуры. К примеру, проблем добавится у тех, кто восстанавливает права после лишения за пьянку или отказ от освидетельствования. Таким гражданам придется сдавать анализы на наличие, ну, либо отсутствие хронического пристрастия к алкоголю. Тех, кто пришел на комиссию в подозрительно заторможенном, сонливом или, наоборот, возбужденном состоянии, направят на дополнительное обследование к наркологу. Трасса 101. Странное дело, парламент российской столицы, где многие высокопоставленные чиновники выступают за снижение нештрафуемого порога превышения скорости, отклонил соответствующий законопроект. 20 км в час там предлагали заменить на 5 км в час и одновременно поднять штрафы максимум 20 тысяч рублей. Кстати, выдвигала инициативу не самая многочисленная фракция, ну вы понимаете, а представитель самой многочисленной дал по поводу отклонения занятный комментарий, мол, реальную скорость автомобилей измерить сложно, и спидометры бывают врут, и камеры, которые измеряют скорость. Вероятно, когда похожий или даже аналогичный законопроект будет вноситься большинством, рано или поздно это произойдет, слишком уж резонансная тема, его обязательно примут. Трасса 101. 1 декабря истек срок оплаты транспортного налога за прошлый год. Как показал опрос, проведенный порталом «Автомейл», рассчитались честно с государством только 60% автовладельцев. Кроме того, каждый десятый респондент заявил, что не оплачивает налог никогда. Треть участников исследования делает это не каждый год. Значимость сбора не подвергают сомнению лишь 40% опрошенных. Трасса 101. Верится с трудом, но более 90% россиян готовы обзавестись электромобилем. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного порталом Авто.ру. Правда, речь идет не о том, чтобы приобрести электрокар прямо сейчас. Ну, может быть, лет через 10, 15 или 20. Категорически против зеленых автомобилей выступил каждый десятый респондент. Добавлю, сейчас в России насчитывается порядка 12-13 тысяч авто с нулевым выбросом. В среднем новый электрокар стоит около 9 миллионов рублей. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». До свидания. Трасса 101.